Всем привет! Не все знают, но у меня есть Twitch канал. На нем я стримлю как Майнкрафт, так и другие игры. Там хайф тоже будет. И на нем ты сможешь со мной пообщаться, потому что я читаю чат и отвечаю на сообщения. Вообще, я захотел рассказать о своем Твиче, потому что в ближайшее время я буду много на нем стримить. Поэтому приходи, ссылка в описании, а вот некоторый момент с моих трансляций. Чел платит за проходку за дофига денег. Тем временем гончар бан. Нет! Ё-моё! Ну все, мне конец. Нет. Здравствуй. Капец, он стрёмный. Воу. Что это? Я крокодил. Окей, спасибо, крокодил, за твою игру. Я больше в нее никогда не зайду. Что за молитва у меня на фоне? Давайте я музыку поменяю, пожалуйста. Что за молитва у меня на фоне? Рука крокодила? А, тьфу, это гольф. Чё это, почему он такой кринжовый? И это, конечно, только малая часть, потому что остальное все я удалил, потому что все остальное ты уже увидишь на моем твиче. Еще почему-то у меня опять сломался микро.